Здравствуйте, коллеги. Есть решение суда, по которому администрация города Саратова должна была рекультивацию этого полигона сделать. И оно не одно. К сожалению, решение суда не было исполнено. Есть судебное решение. Его надо исполнять. 100 это миллионов, 200 миллионов. Это может быть экологической катастрофой. Почему не контролируете эти вещи? Почему они сами себе предоставлены? Это тема очень серьезная. Если ее не контролировать, а бежать вон там, сломя голову новую, строить свалку, это надо делать, наверное. Но вот это-то бросать нельзя. Проблема сегодня у жителей. Ни вчера, ни позавчера, ни 10 лет, с 2014 года закрыт. Проблемы сегодня создали предшественники нам. А бесконтрольность приводит вот к этому. Отсыпали примерно уже более 4 гектаров. Осталось небольшое задымление. Надеюсь, что завтра мы все это дело завершим. А здесь работы должны организованы. Раз в ночное время нельзя, коль вы мне объяснили, здесь сложности такие есть. Но днем-то, день сегодня 25 часов. Какие проблемы? Вот 40 автомобилей распишите, если их мало, 60 распишите. Но чтобы локализовать за 2-3 дня. Я через 3 дня приеду сюда. А какая сейчас судьба у второй свалки, которая горит, «СТМ Капитал»? Что такое вторая свалка? Ну, в Зоринском, которая. Она же тоже горит. Где? Давайте мы сейчас закроем. Расскажите, что в Зоринском? Потушили. В воскресенье там уже дыма не было. Все потушено. Собственник потушил.